Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашидети.ру. И сегодня я вам покажу, как можно очень быстро сделать прическу с помощью вот такого бублика. Этот бублик ко мне пришел недавно за 90 рублей от Эйвона. Еще и так как я беру для этой прически такую резинку сверху, чтобы украшать. Я не использую абсолютно никаких шпилек. И обычную резинку, которая будет хорошо держать ваши волосы. Итак, для того, чтобы сделать эту прическу, мне эта прическа очень нравится, потому что, чтобы ее сделать, можно сделать как на длинные волосы, так и на короткие. На коротких волосах она будет смотреться, наверное, еще даже более выигрышно. Все будут удивляться, как вы, имея небольшие короткие волосы, смогли сделать такую объемную прическу. Собираете волосы в хвост на той высоте, где вам больше нравится, где больше удобно. Некоторые любят делать эту шишку очень высоко. Я делаю так, как я привыкла носить обычно свой хвост. Вот делаю я свой повседневный хвост на каждый день. Потом берем вот такой бублик. Если у вас нет такого бублика, очень легко и просто эту прическу можно сделать с помощью носка. Берете ненужный носок, отрезаете от него часть и скатываете в бублик. Ну, подберите носок, хоть как-то мало-мало отдаленно напоминающий ваши собственные волосы. Если возьмете зеленый или красный, его будет трудно замаскировать. Надевайте бублик так же, как если бы это была обычная резинка. Затем вам нужно свои волосы примерно так равномерно распределить вокруг всего бублика. Я зажимаю их вот так руками. И с той стороны, где держу руку, как бы беру небольшую прядь и обматываю. Затем начинаю все пряди обматывать, чтобы их убрать. Для этой прически я, например, не использую вообще никаких шпилек. Во-первых, они у меня без конца и края теряются. Во-вторых, от шпилек почему-то к концу дня у меня начинает болеть голова. Хотя вроде туго, особо стараюсь не делать. Поэтому я поняла, что эта прическа у меня прекрасно держится и без шпилек. Так, хорошо. Смотрим, чтобы нигде ничего не оставалось лишнее. А как же она будет держаться у нас без шпилек? Для этого я беру резинку. Вот эту резинку, которую я показывала ранее. Все, ваша прическа готова. Очень быстро. Надеюсь, что видно. Держаться на мне будет целый день. Ничего с ней не сделается. Вот. Всем пока.